Уважаемые жители города, я обращаюсь к городскому главе Рыбачуку Валентину Леонидовичу по поводу серьезнейшей проблемы, которая касается жизни многих из вас. Как стало известно, что в бюджетных учреждениях города в ноябре и декабре 2010 года на выплату заработной платы, оплаты энергоносителей, продуктов питания не хватает более 2 миллиона гривен. Эти совершенно непостижимые факты были подтверждены 8 октября на совместных заседаниях депутатских комиссий. Уважаемый господин Рыбачук, ставлю вас в известность, что вы, как городской голова, несете персональную ответственность за обеспечение финансирования в полном объеме всех социально защищенных статей бюджета. Вы прекрасно знаете, что отсутствие бюджетных назначений приведет к срыву выплаты в ноябре-декабре заработных плат, оплаты энергоносителей, питания в учреждениях здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной защиты населения. Несмотря на это, вы цинично направляете бюджетные деньги не на первоочередное финансирование социально защищенных статей, а на проведение дорогостоящих текущих капитальных ремонтов, в частности в исполкоме. Это абсолютно недопустимо в условиях невыполнения городского бюджета в текущем году. Я вам так скажу. В доме, когда на хлеб не хватает, ремонтов не делают. Если вы срочно, совместно с ответственными работниками исполкома не примете мер, я вынуждена буду обратиться к центральному руководству партии регионов, контрольно-ревизионное управление и прокуратуру. Я не допущу, чтобы в городе от вашей деятельности на должности городского головы возникла социальная напряженность. Обращаюсь и к депутатам городского совета. Прошу вас срочно инициировать проведение в октябре сессии городского совета, где принять меры по обеспечению финансирования всех социально защищенных статей. А именно, внести все необходимые изменения в городской бюджет нынешнего года. Уверена, что совместными действиями мы сможем стабилизировать ситуацию.